Всем здорово, я продолжаю проходить Resident Evil 4. Так, это у нас уже пятая серия. Мы продолжим, епта, мотаться по миру деревни. Так, пока что первый сезон, и я буду записывать видео. Так, забыли засечь секундомер. Включайся ты, попка. Запускаем. Так, у меня очень мало времени, епта. Скоро магазин, поэтому нужно все... всю эту хрень быстро записать и быстрее отсюда выходите, уйти. Так, появляется какой-то долбосос. Его сразу вот так раз, на нафиг, прям берешь до половинки, блин. Ах ты. Прям берешь прям пистолет, блин. Да ёп! Вот так прям берешь его, на нафиг, прям вот так, прям. Головой об стену. Так, прям, потом берем дробовик. Всё, так, на. Потом так отбегаем. Прям, он прям в табло, давай прям по мордасу. Ёпта. Ты куда, на меня? Ты на меня полез, чувачок, так. Быстро стреляем ему прям под табло. Я вот так раз ему прям стреляем. Давай, давай. Хрен нам дробовик, когда мы его из пистолета убьем. Он же жирный дрыщ. Он жирный, но он дрыщ, поэтому его убить прямо как... прямо так, ну а нафиг, прям стреляем, прямо так, стреляем, прямо так, стреляем, ну а так, стреляем. И все, и убили этого жиртреса, и бежим нафиг дальше, там будут у нас гости. Берем пистолет, и прям вот так прям берем, прям вот так, прям стреляем. Опять подбежала. Бежали неприятные ребят. На. Видите, ко мне подойдешь, тищу. Я боюсь, баб. Шучу. Прям вот так, прям, по мордасу. Шучу. Какой-то риджи. На, нафиг. Ну ладно, все. Хватит уже прикалываться. Короче, я засек на них время. Так, смешаем. Эти две полки. Так. В общем, эта серия будет интересной, хотя хер его знает, будет этот вообще озвучка. Ехать их там. Просто как китайцев по себе. На. Ух ты, ёб твою мать. Сильный чувачок. Да пофиг. Берем просто ножик. А! Блин, боюсь. Меня изнасилуют. Да! Жопу прям тебе. Жопу прям тебе приехала. Блин, у меня закончились патроны. Пофиг. Тут всего лишь одно гнездо. Курочка снесла яйцо. Яйцо оказалось в гнезде. Нет, пи... ну, так. А, началось проседание. Но в этом месте оно всегда бывает. Да и пофиг. Просто бежим тупо и убиваем. Не страшно. Кстати, тут уже все разбито, мы уже тут... это в последний раз тут были, что тут нафиг раздолбашили. Берёшь вот так прям, берём. Что получишь? Пробираемся. На, нафиг. О, курочка с тусланом яйца. Ёпта, бежи. Просто тупо забегаем вот сюда, на сосудичек. Пользуем.
Все равно уже ничего не появится. Точнее, появится, но только потом. Так, ему уже наиграли, ну, где-то минут 6. Так, так, если так рассуждать, из 21 минуты. Так, просто перезарядим эту какашку и бежим дальше. Итак, пишущая машинка. Или писущая машинка. Да пофиг. Так просто. Ну, а нафиг. Да. Сбиваем эту красную звездочку. Так. Ну что тут? Мы зашли в пещеру, сейчас нас будут атаковать вампир. Да я шучу. Что, страшно было? Да, какой-то сейчас полный бред несу, ну пофиг. Главное хоть что-то нести. Хоть это бред, хоть не бред, но главное хоть что-то нести. Так, сбиваем эти фигни. Я их так назвали. Так. Вася. Какой-то спам ГТ. Так, ну пофиг. Перезарядимся. Тут, кстати, вода не так уж и плохо так детализирована. Ну, короче. Ну, некоторые лично на это пофиг. Тут ну, на воду. На, блин. Тут особо над водой не работали, это всего лишь там, какая-то фигня. Got something that might interest you. Ну вот тоже последнее. Последний этот монолог этого незнакомца, поэтому толк его озвучивать. What are you selling? Так. Так, что мы будем продавать? Вот эти вот эти вот какашку. Так, сколько у нас здесь еще? Так, надо продавать. Что же надо продавать? Что продадим? Так, кружку. Мы еще не все камни туда вставили. Так, это тоже мы не все камни вставили. Так, они будут еще стоить. Так, карта сокровища. Нафиг она мне нужна. Бред полный. Так, ракетница вообще не нужна. Она потом появится. Приклад ТМП. Да, нафиг. Физический прицел. Нет, незачем. Наделать что-нибудь, прогрейдим. Так. Нам тогда на винтовку не хватило. Вот мы с винтовки и начнем. МП. Так, теперь вернемся к пистолету. Темп стрельбы. Вернемся к ружью. Так, пьем присокуем. К винтовке вернемся. МП. Так, ну что нам еще хватит? Пистолет. Все, у нас 3000 осталось. Ничего мы ни хрена не загрейдим больше. Да и пофиг. Так, его, конечно, можно вообще убить, нафиг он нам нужен. Он дрыщ. Но я его не убиваю из-за того, что он нужен, чтобы купить у него оружие, что-нибудь продать. Бабло оружие, да, нужно, ёпта. Ну пофиг, мы вперед. В чем еще отличие этой версии Ultimate HD Edition? То, что тут очень быстро прогружается локация. То есть не приходится, как на PlayStation 2, ждать. Там очень долго. Помню, я ждал там 2 часа. Ну, конечно, не 2 часа. Там, может быть, полминуты, но все равно. Тут быстрее идет. Так, загрузки. Так, всякие там. Всякой там фигни. Так. Берем эту попку. Так, что у нас там попалось? Граната. Флешка, как вы еще называете. А, К-флешка. Перепутал, извиняюсь, не флешка. Хотя, кстати говоря, в Resident Evil 4 Monster она называлась как флешка. Так, тут у нас медальон, но я его ни хрена сбивать не буду. Я же сказал, я прохожу честно, фига мне бесплатный писет. А что, блин, бомж, что ли? Так, ладно. Ну, ладно. Прям по мордасам заехал. Давай, под челюсть тебе приехала. Так. Просто перезаряжаем. Блин, я думал, тут будет змея. Этот змея кусает немножко неприятно. Хоть, конечно, мало хп, мало хелс добавляется, но все равно неприятно. Так, ворона. Иди сюда, моя. Моя черная. Стоять! Блин. Ты че? Я! Блин, что-то просело. Ну пофиг. Главное, чтобы мы этого барана убьем. Порылого, блин. Ну, так, идем, короче, дальше. Тут какие-то стоят какие-то гробы. Наверное, там были похоронены какие-то люди.
Вообще не знаю, что это такое, какие-то могилы стоят, вот придумали, блин, какую-то фигню, какие могилы, блин. Ну пофиг, нормально. Главное, экшен, сука, ну пофиг. Все, давайте бежим дальше. Сколько там мы уже набирали? 10, где-то 12 минут. Так, давайте-ка мы их сразу всех. Ёлка. Так вот делаем. И перезаряжаемся. Вы, главное, нужно качать перезарядку в этой винтовке. Если вы хотите эту винтовку оставить до конца игры, то, конечно, его лучше качать перезарядку, потому что он очень долго ее перезаряжает. Прямо как в реальной жизни. Некоторым, конечно, на это плевать, они скажут, ой, я куплю скорострельную винтовку, ну нафиг. Но те нормальные, конечно, люди, ну те дебилы, которые ее оставят, но все равно, конечно, лучше для хардкора оставить эту винтовку. Как бы больше понадобится. Так. Идем сюда. Двери углубления, туда что-то вставляется. Надеюсь, что не... Hunnigan, it's Leon. The door's locked, I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? Yeah. There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Короче, как видимо, Эшли находится внутри церкви, нужно туда попасть каким-то дебильным образом. Хрен его знает каким. Так, в общем, короче, нужно искать ключ от этой вот, от этого говна. А ладно, извиняюсь. Сейчас нельзя было говорить. Ну пофиг, это все равно игра. Церковь не церковь, все равно это игра, можно. Так, все. Ну, давай, взорвайся. Как хорошо, что я задел, я зря один патрон потратил. Я зря патрон потратил, убейте меня. Ладно, пофиг, я шучу. Так, берем камень. Так, тут у нас, короче, головоломка. Тут надо сначала на 3 и на 4 деления. Раз, два, три. Так, раз, два, три, 4. Так, короче, так, еще раз, раз, два, три, четыре, так, потом раз, два, три, так, потом раз, два, три, четыре, потом раз, два, три, блин, что-то я тут одно и то же, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, так, и раз, два, три, четыре, все. Мы вытащили этот камушек, теперь его надо, короче, блин, что я делаю, зайти в этот пункт. Так, короче, осталось собрать. Так, блин, а вот дом вставляется. Осталось собрать желтый камень, епта, подорочили. Все, давайте собирать его дальше. На желтом камне нам важно не Эшли, нам важен именно желтый камень, чтобы продать эту кружку, как или как там она называется. Так, просто это красный. Должно было упасть. Вот, так сделаем. И все. Так. Как яйца. Бедные яички. Придурки. Так. Ладно. Так, мы уже... Какое чище так дохренище. Так, тут у нас будет змея, так что готовьтесь. Ах ты, сука! Пофиг на тебя, так и раз. Длинное говно. Пофиг. Так, сбиваем эту коробку 20-летней давности. И читаем это... какую-то записку. Так, закрытие церкви. У нас два беглеца. Первостепенную важность представляет Луис, за ним следует американский агент. То, что Луис украл у нас, значит, гораздо больше, чем девчонка. Погодите, получается, что? То есть Эшли, что ли, тоже у них кто-то украла? А, нет, шутка там. Короче, там что-то другое было написано. Да ну нафиг. Без похищенного предмета она нам не нужна. Мы должны вернуть его, чтобы закончить то, что планировали. Зачем им Куасилию? Они что, охренели? Он должен написать GTA 4.
Если предмет попадет в чужие руки, то мир не станет таким, каким его видел лорд Садлер. Нужно вернуть его любой ценой. Кроме того, не стоит забывать и о девчонке. Чтобы быть уверенным в том, что агент не доберется до нее, я запер двери церкви, в которой мы держим. Ах ты, сука, запер церковь. Нам за тебя придется ключ искать. Каждый, кто захочет попасть в церковь, должен сначала получить разрешение лорда Садлера. Да, ну нафиг, я не буду у Хаотикса разрешение получать. Пускай он сам свою операцию Аркун Сити с лагами дальше проходит. Ключ находится у озера, и там он надежно спрятан. Так как лорд разбудил день Дели Лагу, и кто-нибудь течет озеро живым. Как будто там какой-то бред разбудил. В венах агента течет наша кровь, поэтому его приход к нам лишь вопрос времени. Когда он будет с нами, уже никто не придет на поиски девчонки. Так, а интересно, почему ты у него течет наша кровь? Точнее, ихняя кровь. Ну да, блин, я так и не понял. У него что, когда он был маленький, что пришли эти люди и кровь? Так вот почему, оказывается, ему так везет. У него столько много хп. Так это реальность, получается, а не игра. Ну пофиг. Так, какой-то... Дик знает кто. Пока цельтесь в голову свободно, пока мы не дошли до момента с Лас-Плагосом. А потом, если вы играете на профессиональный, подошли близко к Лас-Плагосу, вы уже труп, считайте. Ну, мне повезло, просто я еще стрелять умею, поэтому я не проигрываю. Так. Берем это золото. Сколько там времени уже не играет. Так, сейчас у нас будет вот она, вороны, стая говна. Ну правильно, черная же, что еще можно сказать? Говно. Так, просто кидаем сюда эту какашку белую. И все, и убиваем. Ух ты, ни хрена себе, Вася! Сколько золота. Аж игра залагала, смотрите. Ей понравилось. Еще флешку получили. Я же сказал, что нужно сохранять. Блин, собирает уже это все. Мне уже надоел этот тупой звук. Хотя, мне кажется, нравится время от времени. Так, собрали шпинель. Так, перейдем в этот домик. Тут пусто. Походу, в этом домике жили богачи, а в том бомжи, раз там пусто. Ну, ладно, не суть. Но в этом жили средний раз. Одна обойма для пистолета. Я так и не понимаю, откуда тут вообще берется обойма для пистолета, когда эти гранаты даже не стреляют. Хотя это, конечно, было бы слишком глупо, если бы они стреляли. Не потому что я застал, да, я тут застал, я испугался, просто потому что это было бы глупо. Ну, эту глупость сделали, собственно говоря, в операции Good City. Какой-то спецназ включили. Нафига он там вообще нужен, задался он там. Ну, пофиг. Короче, это пока моя любимая игра, там, ну я тут еще не все, конечно, освоил, но, так, тем не менее, любимая. Имею в виду, ну да, любимая именно вот игра, вот GTA 4 у меня любимая игра, и вот эта игра у меня любимая. Короче. Сейчас мы тут, у нас будет сохранение. Ну, потом об этом любой знает. Можно сбить рыбу. Некоторые дебилы просто бьют, стреляют в рыбу, потом ее пытаются положить в кейс, ни хрена у них не получается, потому что у них нету места. Они потом думают, ну зачем я ее брал, зачем я ее сбивал? И либо выкидывают ее, либо выкидывают там гранаты, патроны. Хотя, в принципе, они не дебилы, они же могут их продать. Потом рыбу использовать и опять купить. Хотя тут нельзя покупать гранаты, патроны. Да и пофиг. Подавили это его лавка. Я, честно говоря, так и не понимал, один он ли или их много. Скорее всего, он один. Но как он туда так телепортируется? И вот это я не понимаю. Либо он просто успевает добегать, либо он телепортируется. Может быть, потом в будущем мы сможем купить у него телепорта? Ладно, не суть. Так. Короче, что мы продаем? Так, у нас уже ЖК. Жопа Карла. Да, шучу. Элегантная маска. Кстати, нужно собирать такие еще маленькие камушки, вставлять их в элегантную маску. Их всего в игре две, там, вставите и получите там, короче. Да, ну, короче, будет у вас дорогая очень эта, эта маска, и вы ее продадите, купите себе там хорошую прячу. Так, прокачиваем пистолет. Так, теперь винтовку. И темпы. А, блин, дорого стоит. Жаль. А ладно, потом прокачаем.
Хорошо, что у нас 13 патронов, а не 14, потому что 14 было несчастливое число. Для Антона оно, конечно, счастливое, но для меня нет. Итак, ну а мы, собственно говоря, сохраняемся. Да, это такая у нас получилась часть. Тут не было таких роликов, которые можно перевести. Это, конечно, хреново. В следующей части мы отправимся, ёпта, дальше на поиски Эшли. Ну, мы ее, собственно говоря, уже нашли, нам. Теперь мы отправляемся на поиски ключа, будет такой один проблематичный момент. И мы купим, ёпта, сигарету. Точнее, найдем ее и продадим. Ну, на этом все. Так, с вами был... Короче, это была 5-я серия сериала Resident Evil 4. И всем пока! Увидимся в следующей части.